Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать вот такое красивое украшение для наших маленьких красавиц. Приближается сезон выпускных. В садике, в школах, а также последний звонок. Будет очень красиво смотреться на любой даже праздник. Вот такое очень простое, но очень нежное и красивое украшение, такая шпилька. Для того, чтобы сделать наши шпильки, понадобится атласная лента белая 0,6 сантиметров. Затем для украшения обратной стороны нам понадобятся вот такие беленькие ромашечки, кружевная лента. Для серединочки вот такие клеевые стразики. Проволочка для того, чтобы сделать своими руками веточку. Жемчужные бусинки. А также фетровый кружочек. Около 1,5 сантиметра. Понадобится также еще нитка с иголкой, линеечка, ножнички, зажигалка и также вот такой шаблончик звездочка 4 сантиметра. Здесь уже надпись стерлась и поэтому не видно, но 4 сантиметра диаметр. Начнем изготовление с нашей веточки. Для начала возьмем проволочку в диаметре ее 0,4 миллиметра и отмеряем 20 сантиметров. Я еще только учусь работать с бусинками, украшением на проволоке, поэтому я еще небольшой спец. Но даже только начинающие могут сделать такое красивое украшение. Отмерили приблизительно серединку проволочки и на серединку надеваем бусинку и постепенно начинаем прокручивать. Вот у нас получается первая маленькая такая веточка. Затем берем вторую бусинку, отгибаем наши краешки в разные стороны, надеваем нашу бусинку на проволочку
и смотрим приблизительно, какой длины нам нужно сделать эту веточку. Загибаем и делаем точно так же самое, как мы делали первую. Делаем повороты бусинкой в сторону. Вот так у нас получается. Делаем так все 5 наших бусинок. Вот такая у меня получилась веточка. Теперь начнем делать сам цветочек. Делаем, как я уже показывала во многих своих видео, в один слой на моточку по всей звездочке. Делаем 2 таких заготовочки. Когда заготовочки у меня готовы, что мы делаем? Ложим изнаночной стороной на пальчик, большим пальчиком придавливаем, поджигаем зажигалочку и вот таким движением разогреваем нашу ленточку и придавливаем пальчику. Пальчиком делаем вот такой остренький уголочек. Вот такая заготовочка у нас получается. То же самое делаем и с второй звездочкой. Все элементы нашего цветочка готовы. Приступим к сборочке. Приклеиваем наш цветочек в шахматном порядочке, чтобы получались лучики между собой. Вот так. Берем наши стразики . Хоть он на клеевой основе, но для большей прочности лучше его приклеить. Я клею на горячий пистолет. У меня он хорошо держит. Если вы боитесь, что будет отпадать, приклейте на клей момент кристалла. Цветочек наш готов. Теперь присоединим его к нашему цветочку. Я сделаю небольшую петелечку на краю. Чтобы не было нашего острого краешка. И приклеим к нашему цветочку. Возьмем наш фетровый кружочек и сделаем небольшие 2 надреза, чтобы затем продеть туда нашу шпильку. Вот таким образом. Клеим нашему цветочку.
украсим нашим цветочком. Есть небольшие здесь отверстия, продеваем туда шпильку. Капаем капельку клея и приклеим. Вот и готова наша шпилька. Вы можете экспериментировать с другими сочетаниями цветов. Это будет смотря какого цвета платье, которым вы хотите сделать такое украшение. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Вы увидите еще очень много интересных, полезных мастер-классов. Не забывайте нажимать на колокольчик. Вы будете первым получать уведомления о моих новых видео. Ну а сейчас всем пока!